Выставочный комплекс «Экспо-2017» построят уже к лету следующего года. Хотя изначально планировалось, что все объекты выставки будут готовы только к концу 2016-го. Об этом и не только. Сегодня рассказал председатель правления нацкомпании «Астана-Экспо-2017» Талгат Ермегияев генеральному секретарю Международного бюро выставок Висенте Лассерталесу. Он посещает Астану раз в полгода и проводит инспекцию хода строительства выставочного комплекса. Ни слой снега, ни столичный ветер не помешают стройке десятилетия. Первый фундамент выставочного комплекса уже залит. На некоторых объектах возвели несколько этажей и уже идет остекление. С проверкой из Франции приехал генеральный секретарь Международного бюро выставок. Висенте Лассерталес ознакомился с ходом строительства и был приятно удивлен. Я очень впечатлен тем, какая организованность на стройплощадке. Строительство идет не только по графику, но даже с некоторым опережением. Успех строительных работ в руках 4000 рабочих. Хочу сказать, что когда видишь строительную площадку своими глазами, уже легче понять, как здесь будет все устроено. Особое внимание привлек павильон Казахстана. Здание довольно уникальное, поэтому требует больших затрат. Впрочем, не только о нем говорили сегодня на встрече Висенте Лассерталес и руководитель нацкомпании «Астана-Экспо-2017» Талгат Ермегияев. На презентации казахстанская сторона подробно доложил обо всех направлениях подготовки к выставке, начиная от стройки и заканчивая поствыставочным использованием объектов. Как оказалось, строительство идет с опережением. Завершение намечалось на конец 2016 года, но планы изменились. Отчасти мы хотим поменять сроки строительства, ускорить темпы. И думаю, раньше срока мы закончим. Если раньше завершить строительство планировали в конце 2016, то сейчас намерены летом следующего года. Это уже пятый визит Висенте Лассерталеса в нашу страну. Вообще же проверки хода строительства «Экспо-2017» проходят дважды в год. И после каждой встречи казахстанская сторона выслушивает мнение зарубежных экспертов. А все для того, чтобы выставка «Экспо» в 2017 году в Астане стала содержательной и запоминающейся. Елена Шрайбер, Батырбек Гадильбеков, Астана.